В Республике Карелия также уделяется большое внимание развитию самбо. С 1969 года в Карелии успешно развивается школа самбо под руководством заслуженного тренера России Илья Романовича Шигельмана. За это время подготовлен заслуженный мастер спорта, 3 мастера спорта международного класса, 42 мастера спорта России, подготовлены победители и призеры чемпионатов мира, Европы, России. Приказы Министерства спорта Российской Федерации самбо определено в Республике Карелия в качестве базового вида спорта. По решению Министерства образования и науки Российской Федерации наш регион стал пилотным по внедрению программы самбо в школу. Всего таких 3 региона со всей России. Приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Республики Карелия элементы самбо включены в региональный компонент комплекса ГТО. Совместно с Министерством образования Республики Карелия сформирован перечень пилотных образовательных организаций по внедрению самбо.